Промежуточные итоги по проекту Faraland, обзор на который я делал. Уже ссылка сейчас появится в описании. Напомню, что 20 тысяч NFT всего. Сейчас мы видим, что все 100% распроданы. И давайте посмотрим, что же произошло после данного NFT сейла. Напомню, цена была 0,5 BNB. Посмотрим в маркетплейсе, кто сейчас что и за сколько кого продает. Вот такой вот маркетплейс, 20 тысяч героев. Сейчас объем составляет 861 BNB. Даже меньше недели, по-моему, прошло где-то еще. А такой же объем, то есть достаточно внушительный для такого начинающегося проекта, да. И наивысшая цена это сейчас 30 BNB. Это был продан, скорее всего, либо ангел, либо демон, так как они самые редкие. И шанс был где-то 0,2% их заполучить. Есть фильтр. По ID можно фильтровать, ну, 1, 2, 3 и так далее. И на продажу или не для продажи. И также есть фильтр по расам и по типу стихии. Также мужчина либо женщина, пол. Все, в принципе. Ну, здесь не хватает, конечно, цена low to high или high to low и наивысшие продажи по каждому, чтобы можно было фильтровать расе, типу стихии и так далее. Ну, да ладно, имеем, что имеем. Сейчас, как мы видим, ну и как я здесь анализировал рынок, если смотреть по хьюманам, людям, шанс был 50%, что ли, 50 с лишним процентов на выпадение, то есть ну, достаточно высокий. Соответственно, люди самые здесь слабые, потому что ну, самые многочисленно представленные, да, NFT, они торгуются даже некоторые ниже рынка, то есть ниже первоначальные закупочные цены. Давайте, например, посмотрим. Вот я сделал human, расы людей ничего не указывал, ой, то есть не расы, а стихии. Поэтому посмотрим просто, ну, кто-то вот от балды ставит 28, 5 и так далее. Ну вот, пожалуйста. Так, нет, 0,89 это все-таки выше сейчас. По сути, ну, найти не проблема, потому что много я видел, где и за 0,45 было, и за 0,3. То есть, ну, если за 0,3, конечно, скорее всего, забирали. Так, ищем дальше. Так, ну вот цена 0,5, 0,499. Угу, пока все-таки ниже не опускается. Посмотрим дальше. Так, 0,6. А ну вот 0,444 BNB. То есть уже все равно ниже на 0,05 с небольшим BNB. Так, дальше. Вот, пожалуйста, 0,37. Это еще ниже. Ну и учитывая, что здесь есть тоже у каждого человека ангела, демона и так далее свои стации и части тела, то есть необычные. Ну у кого-то вот 4 всего части тела, у кого-то 6. Они делятся на обычные, rare, epic, mythic и legendary. Ну в общем, как обычно, да. Стац, чем больше, тем лучше. В данном случае считаем 28, 30, 30. Ну, то есть достаточно такие средние стацы, хотя для человека это может быть даже чуть-чуть повыше. Потому что я видел, что орк где-то как раз 28-35. Вот, но, как мы видим, если у вас попался человек, то, конечно, да, шансы то, что вы продадите сейчас на данном рынке, как пока что все происходит в сумбуре, ну, не такие высокие у вас шансы. Но в июле-августе запускается уже стейкинг фары, когда, ну, можно, то есть, будет стейкать героя и получать за этого фару. Плюс в декабре вроде как выйдет сама уже игра, и где можно будет проходить миссии, участвовать в PvP-сражениях. Правда, там нужно будет 3 героя, но тем не менее. То есть, просто организовывайтесь в команды и все. Давайте посмотрим самый простой орк. Шансы были на выпадение около 25%. Посмотрим средние цены. Так, ну 5-3, в общем, это высокие достаточно. Ну, сразу скажу, где-то цена средняя на орка составляет от 1 до 1,5 BNB. То есть, если вам повезло, ну, шанс был 25%, в принципе, не такой уж и маленький, вы могли как минимум заработать, ну, либо 1x, либо 2x, если вам чуточку больше повезло. Если, скажем, попался чуть более редкий орк с какими-то, ну, более уникальными чертами, либо хорошими статами, либо он вот такой, например, просто красивый, кто-то его решил выставить за 19,99 BNB. Ну и так, давайте помечтаем. Допустим, вам попался либо ангел, либо демон. Выделим и тех, и других, и посмотрим, какие же сейчас цены. Так, ну 500 это сразу нет, 55, 300, 120, 999, 88, 480, 90. Это они такие красивые, и ангелы, и демоны. Ну так, вот, 55, значит, самая низкая цена. А дальше идем.
100, 155, 199, 56. Ну, в общем, где-то, наверное, в районе 50. То есть можно выставлять и надеяться, что вас купят. Хотя сейчас, повторюсь, наивысшая продажа пока что была это 30 BNB. Но рынок еще, в принципе, полностью не запустился, да, полноценно. И нельзя сказать, что ну, цены сейчас, в принципе, вообще какие-то адекватные. Потому что еще нету даже ни стейкинга, ни нельзя улучшать героев, нельзя одевать их, ну, всякие шмотки, там у них появится своя одежда. Поэтому сейчас, ну, вообще для чего я записываю этот ролик, чтобы вы могли по самым низким ценам купить, например, тех же людей, либо орков, либо фей, эльфов, потому что сейчас все равно, ну, даже, например, эльф можно выцепить за, не знаю, 0,5 BNB, возможно. Ну, если нет, то хотя бы, например, 1 BNB, скорее всего, я думаю, можно будет найти. Ну, вот, или хотя бы 1,23 BNB. То есть, да, это выше, чем цена пресейла, но зато мы будем знать, что нам точно достанется эльф, шанс на выпадение которого был в районе, по-моему, 20, что ли, процентов, что-то около того. Орков 25, эльфы где-то 20%, примерно. Так, 20, 24, 29. Ну, такая себе средняя статистика, даже чуть слабоватая. Вот, ну и черты. Ну, собственно, почему и, видимо, продает человек за такую стоимость 1,23. Хотя, например, само по себе число ID, порядковый номер 44, достаточно красивое. Поэтому все, думайте головой своей. И, ну, если надумаете, покупайте данных героев, потому что, повторюсь, в будущем проект многообещающий, хорошие за ним такие стоят инвестора, институционалы, и развитие однозначно будет. Это не тот проект, который возьмет и загнется. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, на мой твиттер, и до новых встреч!